Я говорил о том, что мы прекрасно даем себе отчет, что в этом регионе победит пророссийский, скорее всего, кандидат. Но этот кандидат, кем бы он ни был, он должен победить в результате выборов, а не в результате махинации, коррупции и так далее. Это один аспект. Второй, вот такие вещи, к которым прибегает Шор и прибегает на протяжении всей своей так называемой политической истории, истории своей политической партии, или как ее можно назвать. Но вот эти говорили, все вещи надо санкционировать. Почему? Потому что большие беды начинаются вот с таких вещей. Нарушили закон, как-то сквозь пальцы на это посмотрели, допустили. Это создает ощущение безнаказанности, ощущение того, что может пойти дальше. Потом это заканчивается очень большими бедами и трагедиями. Поэтому на корню надо пресекать нарушение закона, коррупцию, подкупы и возвращать демократические процедуры в легальное поле.